В смысле, по поводу льва-то? Ну, вроде как решили с домом ему. Ну, еще, честно говоря, не начали даже делать. Сейчас вот дорешаем вопросы и будем делать уже. В смысле, кто у вас сменился? А, и кто сейчас? Не знаю такого. Понял. Где-нибудь в понедельник. Я просто сейчас уехал уже отовсюду. В понедельник займусь. Ага, нет. Ладно, займу. Ну я... Да некогда, я бы с удовольствием посмотрел. Все увижу. Меня тут медвежонок с лошадьми знакомится носами. Сейчас или кто-то кого-то кусит точно. Но я думаю, мы за месяц где-то сделаем. Месяц, ну, лучше тогда полтора. А он с вами ездит раз? Не на месте? А, с вами ездит. Не, я думал, он где-то находится. Ясно. Самара. Хорошо. Давайте я вам в понедельник тогда наберу, созвоню и заодно мне по тексту все равно подскажете. Хорошо? Хорошо. Как у вас вообще-то дела? Молодежь-то как ваша? Работает? Ясно. Молоденький. Научится. Да, это Раполово, ну, Ленинградская область вообще уже, это 15 минут от города. В смысле,